Северодвинских лыжников, прославившихся на всю страну, проверила прокуратура. Напомню, 18 апреля большинство центральных каналов страны показало урок физкультуры на лыжах в 22-м училище Северодвинска. Он проводился при температуре плюс 10 градусов и по воде. Прокуратура в этом выявила нарушение. По результатам проверки прокуратура установила, что физрук ПУ-22 не осуществил меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся. А наоборот, учащиеся подвергли опасности свою жизнь и здоровье. Так как лыжный стадион в целом сохранял свои вот функции непосредственно для катания на лыжах, но имели место и вот мокрые места, скажем так, где были уже разливы луж действительно. И в целях того, чтобы дети по сырости не катались, он пошел посмотреть, где можно все-таки выехать. Учащиеся, не дожидаясь его, самостоятельно вышли на лыжную трассу, ну и покатались. Уже вынесено представление руководителю училища, против физрука возбуждено административное дело. Ему грозит от 3 до 7 тысяч рублей штрафа. Кроме того, на педагога уже наложено дисциплинарное взыскание. Это замечание.